Սիրոք բարձրախոսը դրամատրենք մեր սիրելի բարերար Լևոն Հայրապետյանին։ Ես մի հատ ֆորմուլա ունեմ, որ 40 տարի առաջ դուս եմ եկել, եւ երևի հայերենի ավելի շատ ասում եմ։ Հայերենից կոմպլիմենտ։ Когда открывали детский сад, он еле-еле сдержался. И вот он сказал: видимо, мы свою родину любим больше вдали, чем те, которые живут внутри. Это был патриот своей родины. Как еще можно любить родину, как Левон Бургенович? Главная его цель была, чтобы родина была сильная, чтобы нам вернулся Арарат, чтобы мы объединились, значит, Арцах и Армения, чтобы была одна страна и так далее, чтобы люди возвращались в Армению. Он научил нас этому, что не надо жить и работать ради денег и ради своего личного богатства. Надо жить ради чего-то другого. Для того, что не приносит ему никакой прибыли, он, как ни странно, был готов разбиться в лепешку. Он говорил: все, что я делаю, это мой генетический долг, это мой национальный долг. Это как бы его фраза личная. И он говорит: я это отдаю дань своим предкам и своим генам. Он отдал своей родине абсолютно все и готов был отдать ей все. Он был заряжен на энергию, на азарт, на авантюру, на все, что угодно. И главное, что все это было дико талантливо, талантливо. Он очень любил жизнь, он очень любил женщин. Многие называли Левона человеком-праздником. Я посмотрел на него такой немножко слабенький в Москве, немножко, так сказать, требующий какой-то зарядки, потенциала. И он говорит: нет, давай поедем в Карабах. Мы ехали в Карабах, вот он со своего вертолета выходил, и я за ним уже угнаться не мог. В нем включались какие-то силы, которые были связаны с тем, что он вступил на свою родину. Наверное, Арцах не имел такого человека, который столько вложил. Романтический миллионер, вот кто он был. Человек, который все время помогал всем. Драгомач октакар линель март тесакин март арарацин медь баваканычунец. Его волновала чужая боль больше, чем своя. То есть сострадание – это была главная его вообще трагедия в жизни. Он чувствовал боль всех вокруг. Он хотел, чтобы армяне жили мирно на этой земле. Он всегда был великим послом Арцаха и Армении в целом, и армянского мира. Я одним словом скажу, он настоящий мужчина. По всем вопросам. Село Ванг в Нагорном Карабахе. Здесь 12 марта 1949 года в большой семье школьного учителя Гургена и Анжелики Айрапетян родился мальчик Левон. Предки его матери родом из Джалалянов. Прославленный святой род у нас и католикос, и полководец, и князь Джалалян был, который построил в начале 13 века этот монастырь. Дядя его матери это был Гарегин Нажде. Тут еще другие славные корни. Он с детства стремился к знаниям. Он историю, учебник весь, сидел и читал просто. Очень смелый был во дворе, защищал всех. Хотя он был и меньше, но он дрался с теми, которые были и больше, и старше его по возрасту. Вот такой боец был. Левон с отличием закончил школу. В поисках себя сначала поступил на юридический факультет Ереванского государственного университета, но вскоре перевелся на философский факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Когда он был студентом, то есть он встречал армянина, у этого не было где место переспать, он его забирал себе в общежитие. Он последние деньги за еду шел и покупал книги. Именно студенческие годы стали началом большой общественной деятельности будущего предпринимателя. Он был видным комсомольским вожаком, но не формальным, а искренне увлекающим людей за собой. Всегда и во всем
Комсомолец Левон Айрапетян был лидером и активистом. Он отлично окончил университет и поступил в аспирантуру. Плюс он изучал еще, помимо всего, ораторское искусство. Он такой вот был человек. В конце апреля 1978 года его направили делегатом на 18-й съезд ВЛКСМ. Молодое поколение решало судьбу страны и определяло свою роль в грандиозных делах построения социализма. На самые великие стройки отправлялись комсомольские отряды. Командир одного из них, Левон Айрапетян, повез своих друзей в глухие сибирские места. Поехали в Уренгой, туда, где их никто не ждал. И они никому были не нужны. И это его возмутило, он начал бороться там за права своих комсомольцев. Не нужны были, значит, эти наши сердца горячие. Газеты пишут одно, значит, а в реале действительно совершенно другое. И вот тогда, значит, вот показала сплоченность этого отряда имени 18-го съезда ЛКСМ, который показал, как говорится, свои зубы. Он же был главой стройотряда, который первый был забастовку объявил в Советском Союзе. Там были вообще перепалки, как он там с потом будущим руководством России, Черномырдином, Петелиным и многими другими. Там же он, на самом деле, начал сургутское движение. Превозмогая страх, усталость, непогоду и разгильдяйство провинциальных начальников, стройотряду удалось выполнить госзаказ. Юноши-студенты проложили первые улицы, возвели жилые дома, больницу с родильным отделением, магазин, библиотеку и детский сад. Позже партия оценила профессиональные успехи Айрапетяна, и уже как опытный организатор строительства он был направлен в Тюмень, а затем в Салехард. Комсомольцы решили построить свой молодежный центр. Однако строительство затянулось на годы. Нужен был человек, способный зажечься сам и увлечь других. И именно поэтому директором строящегося центра стал Левон Айрапетян. До тех пор, пока сюда не пришел Айрапетян, я считаю, что здесь, в общем-то, дело шло, значит, не так, как следовало бы. С его приходом вот в этот концерт сразу вокруг него все закипело, работа закипела. Это человек, который может повести за собой людей, и не только повести, что как стадо баранов, а именно зажечь, чтобы именно творческое какое-то отношение было к делу. Параллельно с основной деятельностью Левон укреплялся и в журналистике. После вот этой эпопеи переехал в Москву, его пригласили на работу в «Комсомольскую правду». Айрапетян становится известным в стране журналистом. Впоследствии его даже пригласили в Прагу, что для молодого советского парня было огромным успехом. После «Комсомольской правды» он стал заместителем главного редактора «Огонька», и вместе с Коротичем они сделали очень острое издание. Достаточно был успешным журналистом, потому что он, по сути, возглавил журнал «Огонек» в самый такой пиковый период. И все знают, что, в общем-то, этот журнал сделал таким популярным, конечно, Левон Гургенович, потому что вот он действительно мог остро и точно выбрать те вопросы, те проблемы, которые интересуют весь народ. Бывший простой корреспондент возглавил издательский дом «Собеседник». Грянули перестроечные годы. Это было то время, когда газеты становились самостоятельными. «Собеседник» стала очень острой газетой. И когда нас с Левоном Гургеневичем приглашали высокие товарищи на разговоры, чтобы мы отказались от критики высокопоставленных людей, мы послушали их. Потом вышли с Левоном Гургеневичем и сказали: будем работать так, как работали, ничего не меняем. Левон, как человек, любящий свободу, внес определенный весомый вклад в свободу слова, в свободу прессы в России. Как вспоминал сам Левон Гургенович, его настоящий бизнес и масштабная благотворительная деятельность начались не в банальной погоне за богатством, а из-за начавшейся в конце 80-х годов войны в Нагорном Карабахе. Нужны были деньги на медицину и на оружие. Он понимал, что на это никакой зарплаты не хватит, и решил разбогатеть ради помощи своему народу. Ему ничего не надо было, но когда вот начались эти проблемы в Карабахе, надо было родине помогать. А откуда? Деньги только в нефти. И вот он сделал все, чтобы влезть в это дело и чтобы зарабатывать деньги, чтобы помогать. В тяжелейшее для родины время Левон Айрапетян все свои силы и все средства предоставил соотечественникам. Например, в Ереване не было хлеба. И в 92-го на 93-й зима люди зажгли костры. Я послал туда 40 тысяч тонн муки. Но для этого надо было заработать деньги, чтобы купить эти 40 тысяч и просто подарить. А более того, самое сложное было переправка. Вот представьте, сколько рейсов Ил-76 делали. Он мне один раз сказал, то, что я сделал для Карабаха, это мелочи по сравнению с тем,
что я туда оружие привозил. Говорит, ну это нельзя нигде говорить. Они подумают, что я дельник. Кто поверит, что ты привез и просто так отдал? Оказал капитальную помощь армянскому народу Арцаха. То он около 26 объектов восстанавливал и создавал условия их восстановления. Мы с Победив в кровопролитной войне, армяне принялись за восстановление разрушенного хозяйства. Огромное количество миллионов вложил в Арцах. В виде благотворительности, в виде инвестиций. Он первый. Помогал при реставрации Шушинской церкви. Настолько сильно любил армянский народ и свою родину, что хотел так много сделать для нее, чтобы она навсегда была безопасна. Пейзаж. Силен бенетюн пашпаны. Банаки уже жоурты меча. И жоурты вот карахмен тогненк. Ориранк манан иран айленил огивера. Для послевоенного возрождения родного села и всего Карабаха Левон Гургенович решил прежде всего остановить отток населения, построить производство, дать односельчанам рабочие места и обеспечить постоянный достойный заработок. Он мне говорил, у нас нет природных ресурсов. Мы должны создать, сделать силиконовую долину. У нас есть людской потенциал. Он очень верил в наш народ. Чтобы реально помочь как можно большему количеству карабахцев, он первым делом построил современную асфальтированную дорогу, связав горный и ранее недоступный Арцах с современным миром. Помню, когда вообще не было никакой дороги. И в Ганзасар невозможно было Ганзасару подняться. Там была грунтовка, по которой можно было ногу сломать. Айрапетян участвовал в строительстве дорог не только в родном Арцахе, но и во всей Армении. Почему он сделал асфальтированные дороги? Для того, чтобы туризм развить. Будет туризм, будут деньги. Люди будут приезжать, тратить здесь деньги. После этого стало возможным построить туристический центр. Гостиницу, концертную площадку, ресторан, зоопарк и всю необходимую инфраструктуру для приема туристов. Левон Айрапетян не жалел своего здоровья абсолютно. Растрачивал его в тяжелых вопросах, касаемых обустройства Арцаха, строительства новых проектов, которым он был одержим и увлечен. Для возрождения села Ванг были выстроены жилые дома, самые современные школы и прекрасный детский сад. Большинство жителей получило долгожданную постоянную работу. В итоге село Ванг с восстановленным уникальным монастырем вошло в число самых популярных и желанных туристических мест Армении. У него была цель, чтобы Карабах расцвел. Он жил этим. Искренне, всей душой тратил все свои силы, время и деньги, чтобы этот народ жил и был по возможности счастлив. Как человек, мыслящий масштабно, Левон Гургенович предложил идею создания плотины. Она перекрыла местную горную реку Хачен, образовала обширное водохранилище и решила сразу несколько больших проблем. Обеспечила водой ранее засушливые хозяйства, турбины электростанции дали электроэнергию для целого района, а в образовавшемся озере стали разводить золотую форель. Айрапетян ежегодно сам привозил и выпускал
сотни тысяч мальков. Он был человек с юмором, говорит, ты знаешь, говорит, у меня там мать наполовину тбилисская, из-за них я немножко люблю бахвалиться. Вот иногда дам обещание, а потом вынужден, как карабахец, сдерживать это. Такой самокритичный был, с юмором. Обладая огромным авторитетом, Левон Айрапетян много раз привозил в Арцах мировых знаменитостей, чего стоил один лишь приезд прославленного итальянского певца Альбано. Он любил это. Он хотел развлечь. Я его тоже спрашивал, зачем в Карабах Альбано? Они откуда знают? Нет, они знают. Узвем этнун цивилизации Альбипнер стана межволовца. Менкс, кстати, синг жордакан еркелиц борощатен сирим. Уез борощицы бор амин хаймеч джазмен, амин михай джазмен. Эзор вага, ете пайманер стерфас, инг джаз ксири. Уез мацри джаз, бац национал мотивнерю, бор карзам хаджиоцю нанеца. Мы поехали, я помню, мы на камнях дали мощный концерт, который чуть ли не прослушивался в Азербайджане. Так. Левон Айрапетян всегда помнил о своих корнях. Он помогал не только родному Арцаху, но и родине своих предков – Тбилиси. Именно он восстановил знаменитый армянский пантеон Хадживанка в армянском квартале Авлабари в Тбилиси. Кичен айн мартик, воронг аншаханти талисен, вореве манч паханджелю. Да, воч кахакан цан меч кар, воч вореве бани меч, евет волор. Одной из главных своих задач этот уникальный меценат считал вовлечение в оплату армянского генетического кода своих друзей-бизнесменов. Левон Григорьевич все время говорил, зачем мы живем? После нас останется только память о том, что мы сделали. Все делал и показывал, что надо оставить после себя то, что будет полезно твоему народу, то, что будет давать людям какую-то пользу. Его поступки стали примером для предпринимателей во всем мире. Они начали участвовать в благотворительных акциях и жертвовать огромные деньги на возрождение и развитие своих родных селений, многие из которых за годы войны пришли в полное запустение. Он сказал, территорию не танки берут, территорию берет народ. Потому у него была задача, чтобы нас было больше в Карабахе. Левон Гургенович планировал довести население Горного Карабаха до 300 тысяч человек. Изобретательный Айрапетян придумал способ вернуть уехавших молодых людей обратно в Арцах и закрепить их на родной земле. Если мы хотим, чтобы Арцах развивался, нам нужно, чтобы там было больше населения. Чем больше населения, он даже говорил, что больше населения, тем сложнее будет нашим врагам или там, например, большим государствам, значит, не послушать нас. Левон Гургенович развернул кампанию. Привлек бизнесменов, объявил в Карабахе о готовности помочь со свадьбой всем желающим и начал принимать заявки. Набралось 700 пар. Естественно, что-то толкает тебя на какое-то дело. А здесь я сидел в гостинице на Горного Карабаха и слышу разговор двух мужчин. И один мужчина, более с молодым голосом, говорит другому, что «папа, я хочу жениться». А папа говорит, что «ну подожди, сынок, вот ты с армии пришел, говорит, вот сейчас у нас две коровы, одна жилая, другая телка еще. Вот она вырастет, станет коровой, мы старую зарежем, мясо продадим и сыграем тебе свадьбу». Оказывается, нужно было просто экономически помочь. Я решил организовать для демографического взрыва. И он начал собирать друзей своих, которые при участии Савел Карапетян, Гагик Закарян, другие московские ребята, американские наши друзья, ребята. У всех было какое-то ощущение благоговения. Не только у нас, церковников, но и у них, у этих пар. Мы смотрели им прямо в лицо, в глаза. Эти глаза блестели. В них была радость и был какой-то такой страх или благоговение перед Богом. Совершается великое таинство. А потом, когда они сверху города, с площади спускались в белых одеяниях к стадиону, было такое ощущение, как будто ангелы с небес спускаются к этому стадиону. Но это... У нас у всех слезы навернулись на глаза в тот день на стадионе. Это было умиление просто. Гостей было несколько тысяч. Новобрачных поздравляли все звезды армянской культуры. Видел, когда он плакал, как он радовался этому событию. Это было такое неописуемое. Это просто невероятнейший шаг. Такое придумать может только человек с большим интеллектом. Человек, который любит невероятно свою землю. 700 пар свадьбы.
которая перетекала одна в другую, и все люди были красивые, умные, талантливые, и все получили деньги. В качестве свадебных подарков каждой паре предоставили корову и 2000 долларов на обзаведение хозяйством. Айрапетян назначил очень внушительные премии пособия по рождению первого, второго, третьего и даже 10-го ребенка. За первого ребенка платилась определенная сумма денег. Могу сказать не точно, 2000, может быть. За второго 4000, за третьего 8000, за четвертого 16000 и так далее, до 100 тысяч долларов. Десятых 100 тысяч долларов, эти деньги не считаются. Я боюсь, что на следующий год у нас 1000 пар будет только в Карабахе, а в дальнейшем во всех регионах Армении. И мы просто организовываем демографический взрыв. В первый же год население Арцаха увеличилось более чем на 1000 человек. Айрапетян объявил это демографическим взрывом. А одна счастливая пара новобрачных после родов получила премию пособия сразу на троих младенцев. Родилась тройня. И жизнь закипела. Потом пришел шутя, говорит, слушай, теперь рожает тройню. Я говорю, да не, ну они же не специально это сделали. Он говорит, нет, мне кажется, они специально это сделали. Он говорит, ну это хорошо, это стимул к ним, чтобы они сделали, пускай каждый год тебе рожают. Я буду им говорить, что каждый год будете рожать, будете получать за каждого ребенка. Я ему потом подумал, говорю, знаешь, Леван, а ты считал, сколько ты, если у всех родит семеро детей, сколько будет на самом деле твоим финансовым обязательством? Он говорит, сколько? Я говорю, ну под 100 миллионов долларов. Он говорит, не может быть. Я говорю, да, там посчитай на самом деле. В 2001 году у него мочевой рак был. Он в Германию ездил. Когда он вот начал Карабах делать, каждый год ездил. В 2004 году уже сказали, что у тебя ничего нет. Состязания проходили при огромном скоплении зрителей. Это каждый там двор выставлял своего осла. Более того, он шутил, говорит, проходил ли осел допинг-контроль. Это была у него своя такая мулька. Счастливый юный хозяин самого выносливого и быстрого ишака разбогател и прославился. Это мероприятие вызвало такой восторг, что его решили сделать ежегодным. Я специально в Карабах поехал, чтобы увидеть символ Айрапетяна. Я это увидел и удивился. Осознавая хрупкость мира в родной стране, окруженной с Запада и Востока недружественными соседями, и часто слыша угрозы со стороны лидера Азербайджана, Левон Айрапетян понимал, что Армению не защитит никто, кроме самих армян. Как гласит древняя латинская пословица, «Хочешь мира – готовься к войне». Дальновидный Левон Айрапетян никогда не забывал об образовании молодежи и начал строительство военного училища. Не только для односельчан. В нем планировалось обучать молодых людей разных стран – Армении, России, Ирана, Грузии и даже Азербайджана и Турции, несмотря на всю напряженность отношений с ними. Самое главное у него из этой обороноспособности смотрелось в том, что Азербайджан – это искусственно созданное государство. 11 там национальностей там. Из них создать будущее Азербайджана, которое в дружеских отношениях было бы с Арменией. И единственный путь на Кавказе мир был бы, чтобы Азербайджан распался на те самостоятельные государства, которые там испокон веков. Да, если будет опасность для нашей исторической родины, то мы поможем не братскому азербайджанскому народу переплыть Каспийское море и, если пропустят туркмены, вернуться на свою историческую родину поближе к Монголии. Вы знаете, Нарат Горыч, я хочу во всех странах мира, где армяне есть, купить форму одежды, и давайте устроим парад всех армян, вот, например, с Америки там рота, с Франции рота такая, и сделаем парад в Армении. Стремление было такое, чтобы всех армян соединить, и у него правильное было стремление. Честно сказать, вонцам мне смехку туркери. Сах зарматься с пресс-нами. Аси, ангиан зэшь. Удивительно, что внимание и сил Левона Айрапетяна хватало не только на решение проблем родного Арцаха. Во многих российских городах он восстанавливал и строил новые православные церкви. На Амахавасар из Новиратвучунери Сиров Трамадреле Русу Вапарьи Кирицинери Вераканманашхатанкнери.
подмосковной деревне Красновидово он возвел несколько дачных корпусов для писателей и артистов. В течение многих лет спонсировал московские театры и оказывал помощь артистам и режиссерам. Я очень благодарен судьбе, что с ним встречался, благодарен за то, что он нам помогал. И когда с ним общалась, от него исходил такой запас какой-то совершенно мюнхгаузовской энергии, что я всегда спрашивал, Леон, скажи, а вот метеорит тунгусский, это не твоих рук дело, нет? Он, нет, ты знаешь, говорит, нет, нет, на полном серьезе. То есть гипотетически он мог бы этот метеорит бросить. Многие столичные театры выжили в перестроечные годы благодаря Левону Гургеновичу. Он помогал художникам, музыкантам и спортсменам-олимпийцам. Он финансировал Олимпийские игры, Афинская Олимпиада в 2004 году. Он арендовал огромный корабль, где все олимпийцы во время свободного времени посещали корабль. Леонид Васильевич Тягачев там просил, чтобы помочь. Он помогал. Олимпийского комитета Москвы сделал приглашение дудукисту Дживану Гаспаряну и Левону Малхасяну, джазмену. Громадный корабль, 14-этажный. И каждый этаж дали какой-то стране. Какой-то этаж был Эмираты, какой-то этаж Америка, какой-то этаж Россия и так далее. Вместе ходили на наших армянских боксеров с флагами Армении и так далее. Это была прекрасная поездка, конечно. Мы знаем, очень поддерживал и Федерацию бокса и в Армении, и Федерацию бокса в России. И он много помогал гимнастике, Федерации гимнастики, другие спортивные федерации и молодежи, чтобы они могли в этой своем вот спортивном поприще развиваться. География благотворительной деятельности Левона Гургеновича была практически безгранична. Он был патриот большой буквы не только Армении, не только Арцах. Он был патриот большой буквы России. Он говорил о ее величии, он говорил, что она должна быть великой. Я был свидетелем некоторых ситуаций, когда он выступил за... Там были пару людей, иностранцев, которые так высказались по отношению к России. Не очень лестно. Он прервал на полусловие, значит, этого товарища, причем жестко, прямо. И очень жестко ответил. Он не был согласен с политикой, которая антирусской, антироссийской. Ну, естественно, антиармянский тоже такой. Ну, был такой прямой, честный, порядочный человек. Левон Гургенович внес колоссальный вклад в международное сотрудничество. И все, что он делал, так или иначе, сказывалось на авторитете Российской Федерации за рубежом. Он считал себя россиянином, он считал себя человеком, который очень много делал для армяно-российского сближения. Он стоял у истоков создания этих отношений. И он вообще считал, что нас очень многое соединяет, и очень бережно нужно относиться вообще к нашим отношениям. И он очень хорошо понимал Россию и любил Россию очень искренне. Много лет в тяжелых трудах осуществлялось строительство храмового комплекса Армянской апостольской православной церкви в Москве. Когда встал вопрос о строительстве церкви, он был всегда сторонником, чтобы она была бы мощной, большой, красивой, ни в коем случае не маленькой. Ему казалось, что эта церковь должна, ну, олицетворять дух, мощь и многовековую культуру, в том числе духовную, армянского народа. Ինքը առաջին իսկ հայրենիից մեկն է, ով մտեցավ հայտնել իր պատրաստակամությունը, միթապես աչակցելու, զորակցելու, եւ նույնիսկ ասաց, որ սրբազան հայ, եթե շատերը զգուշանան մասնակցություն բերելուց, վստահ եղի, որ ես պատրաստ եմ միայնակ ֆինանսավորել։ Մեր սրբազանը եզրացը որոշել է, որ ես ասել արիք ես սարքեմ, ծերից ծեր, մենակ, նշանկությունը ինչքան պետք է արժենա։ Հա, ինքը ասես չէ, բոլոր հայերը պետք է մասնակցեն, որ հայանան, ասի համաձայն։ Հիմա հավաքվում ենք ու շատ դժվար փողերը հավաքվում է։ Ես ասում եմ, երկու հատ մաղ չի լինում, մի մաղ անում, ուզում եք պարկեք գերեզմանը մի օր, բոլորս, ցավոս սրտի, հա, ու կողքի անցնող մարդիկը կասեն, այստեղ 100 մարդ է պարկել, այդ նպատակն է ձերը, որ ասեն, ստեղ 100 մարդ է, ասում եմ, գիտեք կա դասակարգի ատումը, կարան թքեն գերեզմանը վեր, ավելի լավ է հիմա փողը տվեք, սարքենք, որ հանգիստ քչով մեկը գնալու ենք,
Аминаля Вашкара. Он был просто двигателем всего. Говорил там, я шутя, вот так, значит, вы соберите, сколько вы себе соберете, значит, я буду давать столько же. Значит, то есть столько, сколько вы соберете. И Левон Григорьевич действительно находился рядом с церковью всегда. Воодушевлял других и говорил, что как вы можете не помогать церкви, как вы можете вы не ходить в церковь. В одном из лучших районов столицы, как чудо и радость, стоит резной храм из армянского туфа. Его золотые кресты восхищают красотой. Здесь духовный и культурный центр армянского народа, объединяющий всех членов общины. Мир Галхавархантиревор, Айре Хаймена, Хайцуна Пахвана. Это Арвума, Якирицу, Ишнориев, Евлезди, Амле Дебросабти. Они Хам, Якирицим, Тенивор, Хаязга, Паргеля, Якирицин, Евлезди. Он был рожден для того, чтобы осуществлять свою миссию. Вот она была ему спущена с небес. И мне кажется, он был вовлечен в этот процесс какими-то совершенно, наверное, потусторонними связями. Этот человек глубоко переживает через себя и все пропускает через себя. Поэтому он абсолютно искренний был. И в отношении к власти, к бизнесу, к народу. И всегда высказывал ошибки того или другого президента. И всегда он не согласен был и первым президентом, и вторым президентом, и третьим президентом. И он публично высказывал все ошибки, которые они делали. Воки Варисюна, Инка Хаяц Нума. Մարդկանց։ Օրինակ ես ասել եմ տարբեր Լևոնից սկսած հարցեր եմ տվել։ Ասի ինչու Հայաստանը չունի ազգային իդեա։ Չունի։ Ասեք ինչն է հայի ազգային իդեա։ Առավոտը հելնում ենք, նոր իմանում ենք ինչ պետք է անենք։ Ես ասում եմ չունեք, բայց ես ձեր տեղը մտածել եմ ինչն է նասնալ իդեա։ Ուզում եմ որ ձեզ զինեմ։ Բոլորը հերթով ինձ հարցնում են։ Ինչն է։ Ասում եմ ամենագլխավոր նեշնալ ազգային իդեան ոնց հայերից հայ դարձնել։ Եթե բոլոր հայերից հայ դարձնեք, այդ ժամանակ մենք անհաղթ եւ կծաղկենք ոնց որ պետություն։ Он хотел показать, что руководители должны народу слышать, не народу руководить. И он бичевал их от и до. Бичевал повсюду. Արտարություն չկա, կաշառակություն չկա. Մենք վտանգի մեջ ենք, գեոստրատեգի։ Մենք տենց չենք կարող թողնենք, որ անվորակ հեկավարությունն լինի, կիսանգրագետ, կիսաաճված, այդքան որակ ազգին հեկավարեն։ Պիտի աշխատեն իրենց վրա, որտեղ մենք վտանգի մեջ ենք, մեզ կարող է կուլ տան։ Ռեսկի, но невероятно умный, проницательный, я бы сказал, добрый. Очень был чувственным человеком, он никогда не показывал. Он с виду был очень жестким. Допустим, какая-то девочка там имеет хороший голос, он ей там в чем-то помог. И вот она поет какую-то там песню оперную или арию какую-то исполнит. Он слушает, у него глаза наполняются слезами. Нельзя научить таланту и обаянию. Левон как раз имел эти качества от Боженьки. В нем было столько любви, и он раздаривал эту любовь щедро. Он был щедрым просто чисто по-человечески, вот действительно. Я знаю случаи, когда он мог купить просто у одной русской бабушки икону, которая, в общем, никакой ценности не представляла из себя. Это было на моих глазах. Просто потому, что он хотел ей помочь. И купил за большие деньги. Или он покупал картины совершенно неизвестных художников исключительно для того, чтобы им помочь. Эти картины он потом, конечно, раздаривал своим друзьям. Не так, что, знаете, на день рождения тебе подарок. Нет, просто так. Вот просто приносил, говорю, а вот картина, смотри, а вдруг тебе где-нибудь пригодится, повесишь. В ответ на «Черный квадрат» Малевича Левон Гургенович написал свою картину «Синий квадрат» Левона Айрапетяна и повесил у себя дома. Наверное, как-то, ну, претило, наверное, его разуму, что вот какой-то квадрат может быть, так сказать, лучше, чем, например, сделал бы он. Поэтому, наверное, в мире сегодня существует два квадрата – Малевича и Айрапетяна. Он мне один раз сказал, я не хочу умереть богатым. Деньги – это грех. Чем быстрее освободить, тем чище руки. Рахамар, Егрофтхакан и Нгалвум, тем марта, инч кавапарахожитян, инч груни, инч азгаин патканелютян уни. Ете карикаворе, евинкуни хнаравурутюн, на хасновет айт мартун. Главное, о чем он говорил в жизни, о Карабахе и о том, как бы помочь побольше Карабаху.
Это было все видно все время, он говорил это все время и делал все время. До сих пор неразрешимой загадкой остаются причины неожиданного события в жизни Левона Айрапетяна. 15 июля 2014 года он был задержан в московском аэропорте Домодедово, а 17 июля официально арестован. Звонит корреспондент и говорит: «Это правда?» Я говорю: «Нет, это неправда». Что я не поверил, как, за что? Все дальнейшие события большинство людей называют одним словом – несправедливость. Создает какую-то великую печаль государственного масштаба. Вот я знаю Левона Бургеновича лет 20. Он для меня всегда был воплощением честности, искренности. Сейчас ощущение какой-то брезгливости к тому, что происходит. Его в конце концов сгнобили. Это вот все, мне кажется, такой атрибут, с одной стороны, его уверенности в том, что все, что он делает, это прекрасно. А во-вторых, еще огромное количество людей, которые физиологически завидовали. Физиологически. Он говорил, что нет, я ни в чем не виноват, мне не в чем ни перед кем извиняться, и не стыдно мне перед кем, поэтому я докажу, что я ничего плохого не делал, и что это несправедливая ситуация. За недоказанностью состава преступления 3 октября 2014 года Айрапетян был переведен под домашний арест, а в сентябре 2015 года освобожден под подписку о невыезде. Когда я с ним говорю, ты знаешь, я в своей жизни никому не делал плохого. Никому. Почему, говорит, со мной это произошло? Я, говорит, я просто удивляюсь. Он не верил. Он говорит, как мне могут посадить? Я единственное его что просил. Я говорю, тебя прослушаю, брат, не говори плохие вещи про этих людей. Քննչական մարմիններից մի քանի մարդ պիտի բանտ նստեն, որտեղ իրանք հանցագործություն արդարության դեմ են արել. Был человеком, который любил говорить правду в лицо. Может быть, это немножечко было неправильно в нем, но, наверное, такому человеку, может быть, это и было дано такое право говорить правду. Вопреки здравому смыслу и благодаря очевидным подтасовкам, 14 апреля 2016 года Левон Айрапетян был признан виновным в мошенничестве и приговорен за Москворецким судом Москвы к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Заключен под стражу Айрапетян по статье, которая исключает в принципе применение меры пресечения. Вообще это расправа. В Армении, Арцахе и в России проходили демонстрации в защиту Айрапетяна. Но даже заступничество такого мирового авторитета, как знаменитый Шарль Азнавур, не помогло Левону Айрапетяну. Он хотел сделать новую свадьбу. Это после того, как бы он вышел, и он говорит, надо будет закончить училище и одновременно срочно готовить свадьбу. Вечером я с ним созваниваюсь, я говорю: «Лев, ты знаешь, не 2500, а 2700». Он так обрадовался, я просто удивился. Он говорит: «Скай, пускай берет, пускай собирает заявление, пускай». Неоднократно говорил с ним, когда он сидел в тюрьме: «Все, что я обещал, я приеду, выполню. Все свои обещания, даже сделаю больше, что обещал». Я говорю: «Мы тебя ждем». Он даже азербайджанцу одному, по-моему, сидя там. Он мне звонит и говорит: «Парень азербайджанец, говорит, сидит у него брат. Он, говорит, пришел ко мне там, начал плакать и рыдать. Они долго ждали ребенка. И ребенок родился с пороком сердца. Надо 3500 долларов на операцию. Если нет, ребенок может умереть». Он мне звонит, говорит: «Сделай все, что хочешь, пошли туда 4000. Клянусь, клянусь, это вообще. Я говорю: «Лев, он же азербайджанец, говорит, он человек». Последнюю ночь Левон Айрапетян провел в мучениях. Он задыхался и звал на помощь. Сокамерники несколько раз вызывали охрану и требовали позвать врача, но никто так и не явился. 18 октября 2017 года тяжелобольной Левон Айрапетян скончался.
Этим же утром должен был состояться суд по досрочному освобождению Левона Гургеновича Айрапетяна. Он умер за 3 часа до заседания. Мне звонит адвокат. Говорит, я прихожу, говорит, судья мне говорит, какой суд, ты что, не знаешь, он умер? И он говорит, он меня сейчас спросит, суд будет или вы хотите уже? Обязательно. Адвокат говорит, обязательно. Выносите решение. И он выносит отрицательное решение. Адвокат подходит, говорит, как? Если бы он был жив, нет вопроса. Левон Айрапетян без всяких сомнений прожил жизнь истинного христианина. Ему было с чем прийти к Господу. Большая, конечно, обида, что так произошло. Такого человека мы больше, наверное, не увидим в своей жизни. Мир, его мир, был очень красивым. Такие люди не должны умирать раньше срока. Разные есть бизнесмены, которые не только сами зарабатывают себе во благо, но которые отдают для Родины, для исторической Родины, не жалея. Вот такого, как он, нету. Был благороднейший человек по делам. По делам, если судить его, то, наверное, он благороднейший, достойнейший из достойнейших. Я бы сказал, что все его дела, в общем, можно записывать как вот, как какую-то летопись, потому что сделал он великие дела в своей жизни, то, что успел. И Анзе Каруэнг Хамематэл Кюльбенкянների хэт, Лазарянների хэт, Манукянների хэт, шат у шат метанум хайортинери. Конечно, масштаб был фантастический у него. Уникальная способность дружить, общаться с людьми очень разного плана. Он же обладал уникальным состоянием и уникальными возможностями в 90-х, когда мало кто из нас имел такие возможности, как он. В том числе и акции «Газпрома» владел, и многих чего владел. Он же был крупнейшим дилером General Motors, получил награду как там, крупнейший дилер, продающий General Motors. Там у него были нефтяные какие-то проекты, у него были проекты с Фрэнк Мюллером, у него были разные проекты, где он так или иначе помогал продвижению их продуктов, продвижению каких-то там товаров. Он, наверное, один из тех, кто не до конца реализовал весь свой потенциал, который у него был. Потому что он, конечно, был очень масштабный человек. Я таких мало людей встречал в своей жизни. Он же был одним из первых лоббистов геноцида армян, который по миру ездил. Папа это очень хорошо получалось. Конечно, он привлекал из достаточно известных, талантливых армян для того, чтобы эту проблему, как бы, да, как у евреев, была более как бы оповещена по миру. Потому что армяне, если бы все бы встали, это было бы очень, да, как бы значимо. Как он хотел, как он везде об этом и говорил. Айрапетян был абсолютно достойным представителем своего народа. Вот все, что нужно знать об Арцахе, это было в нем. Я вспоминал о том, что я армянин, только когда встречался с армянами, они видели или слышали мою фамилию. Говорят, ты откуда? Я говорю, вот предки у меня с Карабаха. 50 лет впервые попал на эту землю, поэтому Иван открыл для меня Карабах, Армению. В общем, то, что я... Его можно дать герой. Герой не только в поле войны дают. Знаете, герои дают лишь в мирное время. Он герой Карабаха. Как говорил Левон Айрапетян, бацилла благотворительности по-настоящему заразила его друзей и бизнесменов. И все, кто знал этого удивительного человека, верят и знают, что налог на генетический код, который предлагал ввести для армян Левон Гургенович, обязательно будет оплачен. К сожалению, ряд проектов, которые он начинал, он не успел их завершить. И самое главное, что люди должны понимать, что Левон делал не для себя. Он делал для будущих поколений. А, наверное, как и для него, для каждого из нас это очень важно. И я думаю, не главное, кто начал процесс. Главное, чтобы он был бы правильно подхвачен и доведен до своего завершения. Это очень важно для Армении, для Карабаха. Только вместе, полностью отдавая всего себя, не только семье, но и, в первую очередь, своей нации, мы можем сохранить свое достоинство, достоинство своей нации. И мы должны все вместе сплотиться, несмотря на все противоречия, ради главной цели. Не только выживания армянской нации, но и ее развития и мы должны доказать, что мы занимаем свое собственное, достойное и заслуженное место.